Всем привет! С вами Silver Sword. Сегодня стримчик в рамках Reboot Time. Вот, наконец-то две недели прошли, и мы пройдем портальник, наконец-то. Может, кто... этого ждал? Ну... поехали. Опять мне почему-то автоматически Steam игра не вошла. Вот. Мы продолжаем. Вот, остановились мы на главе, по-моему, 7. Есть еще 3 главы всего. Большая часть игры пройдена уже. Но в прошлый раз мы ее не допрошли. Ну как больше? Ну так. Лично. Вот и кончим сейчас. Завтра у нас будет Mario Kart, как обычно. Что было, пока я была без сознания? Зона испытаний находится прямо перед вами. Чем быстрее вы ее преодолеете, тем быстрее получите свои 60 баксов. Кэролайн, подарочные сертификаты готовы. Так точно. Так точно, мистер Джонсон. И тут почему открывается... это кто? Так, стоп. Приставка. Лол. У меня приставка зависла. Ха-ха, ё-моё. PlayStation 3. Это версия на PlayStation 3? Она так виснет. И это связано из-за Steam. Steam какой-то странный. Ну окей. Раз висни уже. У меня PlayStation 3 висит. Что ты делаешь? Как так-то? Ладно. Не какая-то. Ну, когда про Force... Дота в пятницу. Ты это себе? Так, задержка огромная стала. А тут мне надо помазать. Дерьмо. Мажем, мажем. Всех перемажем. Сейчас я тут освою сниму. Блин, уже открою. Кубик мой.
возвращаемся. Здесь тоже довольно просто. Так, мне надо. Мне надо отсюда как-то выйти. А. Так, ну, спокойно, проходим дальше. Я тут все помню, конечно, забыл тут, конечно. Вот, кстати, скоро интересное дополнение выйдет. По порталу, ну, точнее, этот, модификация хорошая. Вот, будем, наверное, проходить. Интересная игра, скоро еще выйдет, Skylines. Наконец-то, еще один градостроительный симулятор. Вот. Обязательно буду играть. То есть там 10-го она выходит, 10-го поиграем. Наверное. Ну, торрент будет. Поиграем. Да вот. Да, спасибо. СП. Ты как всегда очень добр. Так, а я пока думаю. А, вот что тут тоже что. Хитрость в том, что здесь нельзя через портал пройти, но только вот так. Еще мне не... вообще в Portal 2 мне не нравится автонаводка, как бы. Ой, это сделал я. Окей, давайте сейчас переделаем. Так вот. Ой, не то опять. Икс. Во. Видите, как все просто. Йоу. Да, все довольно просто. Ну, а здесь... все как обычно. Плохо. Зачем я это сделал? Вот же откуда надо. Ну, всякое бывает. Так, ну теперь все попрет. Давайте. Покатим. Отлично. Астронавт, герой войны и или олимпиец. С вашей помощью мы изменим... Работает? Эй, вы там, слушайте, эта штука называется лифт, а не туалет. О. Я его знаю, я тоже его знаю. Да, вот. Мы приходим уже к еще одной стадии Aperture лаборатории. Вообще очень здорово наблюдать истории лаборатории. Я отсюда со 120 долларами. Если вы разрешите разобрать себя на части, вставить в себя несколько штуковин, а затем снова собрать вместе, будете как новенькие.
Вообще ничего не помню. Это типа геля, три комнатки. И один куб. 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 Что делать, тебе не помню. Давайте попробуем. Куда-нибудь. Угу. Угу. Это надо мазать явно. Или нет? Все, дошло. Надо вернуться назад. Эта штуковина. Ой, где она? Надо намазать с каким-то геем, по-моему, прыгающим. Ну, сейчас. Посмотрим. Вот это вот. Вот. Так, теперь мне надо вот туда, там надо помазать все вот этим. Довольно хорошо надо пространственно мыслить, чтобы понять хоть что-то. Все, давайте попробуем туда сходить. Есть и толк, правда, вот хорошо. Плюх. Кубик наш. Так, теперь нам надо кубик. Что делать с кубиком? Я думаю, пора... Ой, спускаться. Так, ну и возвращаться. Ух. Вот, хочется добить самому портальник. Вот, при наличии зрителей, конечно, поиграем в мув дополнение. Оно довольно интересное, его мало кто видел. PlayStation 3 оно выходило, а на ПК оно требует специального контроллера. Думаю, довольно интересно. Так, теперь мне куб надо вот туда. Так, понимаю. Так, теперь мне надо отсюда как-то лететь. Так, сюда. А, вон там еще есть место, народ. Оп. Что здесь у нас? Вам здесь тоже надо синюшный гель. Мой краснющий. А, нет, стоп. Да, здесь нужен желтый гель. Ой, пардон. Так, ну вот. Дорожка есть. Все, можно идти отправляться в путь. Покорение пространства. Так, давайте покорять пространство. Так, давайте пройти. Так. Попробуем. А не выйдет, так не выйдет. Если вас заинтересовало мое предложение, у нас еще осталось несколько свободных мест. Повторяю, все, что нужно, позволит нам разобрать вас на части. Мы здесь ни камни перекладываем. Мы знаем, как собрать человека обратно. Это полное обновление организма, новая жизнь, замена вашего старья. Кроме этого, мы вырежем все опухоли. Честно говоря, это вы должны нам платить. А белого геля тут еще не было ведь. Скоро будет белый. Он позволяет делать портал там, где... где изначально нельзя. За это, Кей Джонсон, ты умер.
Потому что она разрабатывала это белую фигню, а она состояла из лунного порошка, который ее задушил. Такие страсти мордасти. Благодарю вас. Не могу поверить, что благодарю этих людей, что приняли участие в испытаниях проталкивающего геля в лаборатории исследования природы порталов. Вы внесли значительный вклад в развитие науки и все человечество. Если у вас есть личные вещи, заберите их с собой. Мы не хотим, чтобы старые газеты и костыли захламляли здание. Для многих из вас $60 это неслыханное богатство, поэтому не тратьте их все на... Кэролайн, что покупают эти люди? Рваные шляпы? Мусор? Даже 78-й. Лаборатория потом переделает совершенно, преобразится. Ну и будут события первого портала. События первого портала происходят, по-моему, в 2000-х годах, как и Black Mesa. Ну вот. Вообще, вселенная нереально связана, это очень круто. Кстати, скоро, вот сегодня только был слух о том, что, может быть, будет Half-Life 3 на виртуальной машине, виртуальной реальности. Представлены Valve и HTC. Думаю, это довольно интересно. Там лифт. Вообще здесь нереально круто находиться, просто наслаждаться тем, что ты здесь. Такого в играх у меня очень редко бывает, что я реально хочу находиться в этой игре, а именно вот. Потому что и изучать все здесь, хотя здесь видно мало полигональной модельки и прочие дела. Хм, дверь закрылась. Вон, мы уже сколько преодолели мест. Смотрите, тут еще купола. В таких куполах хранится как раз таки... тестовые камеры хранятся, я так понял. Потому что уместить лаборатории в таких... Ну... Вот, не нравится автоматическое размещение порталов, это упрощает игру. И как-то ее делает более тупой. А, так я отсюда пришел. А, нет. И суть важна, откуда я пришел. Кэролайн, Кэролайн, Кэролайн. Откуда я знаю эту женщину? Я убила ее. Или... О боже. Слушай, ты отлично справляешься. Можешь пока поработать одна. Мне надо подумать. Да, подумай сильно. О своем прошлом. Это очевидно. Мне надо как-то вылететь из этого портала быстро. Пока не знаю как. Думаю. Ты уже 81-й. Вообще нахуй находится на стыке времен. Это, конечно, весело, но ничего не говорю. Блин, а как тут реально разбежаться? Я могу вниз пройти. Волк мне это вообще не дает. Внизу ловить нечего, народ. Просто нечего ловить. Оттуда мы пришли. Шиговый баран, не могу понять, что делать.
А, так мы оттуда пришли. Нам надо туда, наверное. Или нет? Или нам надо наверх? Да, помогайте, наверное. Не понимаю. Очень давно уже не играл просто. Может быть... И глюч по этой причине. Видите? Я попробовал. Все равно не прыгнешь. Давай на медь, вмети в портал наверху. А где наверху там? Ничего, я туплю уже. Привет, Золопоха. Никогда тебя не встречал. Рад видеть на стриме. Так, я что-то вообще туплю. Наверху, наверху. Сори, давно не играл. Вот наверху есть только... Ты новенький, я знаю, подписывайся. Много интересных стримов не пропустишь. Так. Так. Я своих зрителей знаю. Хорошо. Так. Да что же ты будешь делать? Да, да, давай думать. Давай. Мне надо туда. Ну, пройти. Опа. Тихо. А, нет. Туда тоже бессмысленно. Что ты будешь делать? В портале думать вредно? Ну... Зирк, если я не знаю, что тут делать. Я уже того, уже. Совсем того. А, секунду. Я вообще того. Тут дверь, а я... О, боже. Открытая дверь, а я и дурачусь. Бывает. Окей. Не, ты прав. Читов на PlayStation 3 нет. Это версия на PlayStation 3. Привык я на PS-ке играть. Я знаю, что на ПК даже лучше графику можно выкрутить, по сути. Вот, ну у меня... Тогда, на тот момент, когда я покупал Portal 2, у меня не было хорошего компьютера, чтобы запустить Portal. Но была PlayStation 3. Предзаказал. И за сколько там? За 2400, что ли? Да, Portal с PS3, не с ПК. Такие пироги. Тут есть Steam. Так, секунду. Сейчас я телефончик. Поближе. Увидеть своих подписчиков в лицо. Так, сделай. Ой, я забыл чатик включить. Сейчас. Сейчас чатик включу. Так. Зер, как ты там Маджору проходишь? Расскажи пока. Так. Сейчас я быстро. Так, где я тут? Чатик поехал. Ну, то есть, вот. Мне здесь надо. Да.
Так, от первого лица игра на ПК. Ну вот не скажи. Та же Destiny, да, я с удовольствием играю на PlayStation. Я уже нажал. Эти потекли трубы. Трубы текут. Успешно. Если найду место, куда можно прийти. Там желтый. А, все, сейчас, секунду. Может и правда, я не включил. Сейчас. А, ну да. Блин, не нажал одну кнопку и... И в результате... О! Destiny — это не кошмар игровой индустрии. Destiny очень хорошая игра. Сори, я забыл. Да. Там кнопку на самом деле просто не нажалась. Не знаю почему. Блин, звук задерживается нереально. Ладно, пофиг. Я все нажал. Тикс, ну чё, попробуем. О, чё-то бы легко прошел. А, здесь оттуда. Ну, теперь тут вообще делать нечего. Сори за отставание. Добро пожаловать в Центр развития. С тех пор, как участие в испытаниях стало обязательным для всех работников, качество испытуемых значительно повысилось, однако возросла текучесть кадров. Возможно, вы слышали, что мы планируем постепенно прекратить эксперименты над людьми. Впрочем, еще остались вещи. Наши счетоводы утверждали, что мы не можем потратить даже 7 долларов на покупку лунных камней. Не говоря уже о 70 миллионах. Мы все равно их купили, измельчили и изгод. И знаете что? Измельченные лунные камни — это сильнейший яд. Я смертельно болен. Но кроме этого, мы выяснили, что являются прекрасными проводниками порталов. Теперь мы хотим узнать, можно ли вывести яд из системы кровообращения человека, путешествуя через порталы. Если жизнь одаривает вас лимонами, делайте лимонад. Давайте будем оптимистами и займемся наукой. Тем не менее, я буду счастлив, если вы сможете пройти это испытание как можно быстрее. Карлайн, пожалуйста, принеси мне еще более утоляющее. Вот так вот. Это Reboot Time, да, рубрика. Я проходил уже эту игру, просто перепрохожу ее. Я всю игру прошел аж два или три раза. Так что да, концовку я знаю, happy end. Если так можно выразиться. Вот этот лунный порошок, он заразный. Его и погубило. Кейв Джонсон, тогда еще. Давным-давно. Золопоха, ты вообще играл в портал? Или Золопокс, я не знаю как читать. Для Destiny? Нет. В Destiny нормально стрелять, и там... И пофиг на эти 30 FPS, 60 FPS. Я не думаю, что в Portal 2 там или в Half-Life там... Ну, в Half-Life может 60, я не знаю, ну... Все-таки. Вот и белый ель. Ик. Белый гель, белый гель. А что мне с ним делать? А, ну конечно.
Прелесть парабелого гелия в том, что ты можешь заполнить все угодно, как угодно. И раскрасить все. И порталы ставить где хочешь. Мне нравится совсем белый гель. Ну, я помню E3. Вот, E3. Там вообще было просто... как будто такое... Что-то новое, нереальное вот такое. Когда портал представили, я просто орал от безумия, от счастья. Не могу выразить эмоции словами. Это было очень... Это очень круто было. Так. Да, я помню это ужасное... Помню это. Шутер динамичный, Destiny играется хорошо, даже несмотря на эти 30 FPS, я вообще не знаю, не замечаю никогда. Там, как, сколько FPS, это мне как-то... Помню эту мерзкую... Да, это реально мерзкое место, потому что здесь... Я очень долго мучился в свое время, я около часа на нее убил, на эту комнату. Да, я здесь долго мучился. Но на самом деле здесь не сложно. Сейчас, если вспомню, это очень хорошо будет. Если я реально вспомню, как это проходить. Было бы неплохо. Представьте, еще от белого геля можно было бы умереть. Было бы весело. Так, как тут... А, да. Ну и все. Я не помню, зачем это нужно. Не нужно ли вообще? Так, окей. Надо наверх забираться. Вот, представляешь, тогда что будет, когда представит Half-Life 3. Half-Life 3, кстати, насчет этого я говорил. Анонсированы очки виртуальной реальности, и сотрудник HTC говорит, что Half-Life будет на этих очках. Вопрос, какой Half-Life, еще неизвестно. Или это будет переиздание, или это будет новая часть. Пока нам об этом не говорят. Так, блин, вот. Зараза, это комната, зараза. Я забыл, как это говно проходить. Да. Очень веселая обычка. Мне надо полететь. Мазюкаю. Вот. Нажимай кнопочку сердечко. И порадуй меня. О, до приближения 250 фолловеров. Как раз будет марафон. Так, а как тут? 12 часов буду играть в ваши игры, которые вы захотите. Файл 2 будет на VR. Вот. Плохо, что не третий. Я хочу Half-Life 3. Эта комната я помню, блин, ну, мерзкая ты, мерзкая, мерзкая. Блин! Жалопокка, теперь с нами. Так, я помню, что надо сюда забраться. Не помню, каким путем. Как я это сделал. Вообще не помню. Блин. Да, печалька. Блин, ты что ж ты будешь делать-то? Опять я здесь. Фу. Я как-то в другом, по-моему, делал. То ли вот на эту штуковину я забирался, наверное. По-моему, вот на эту штуковину я забирался. Да, да. Я совсем вообще по-дебильному прошел это место.
И мажется, да. Тяйка. Тебе эти не помню, но, по-моему, это здесь. Блин. Ну хочу бесконечно, ну ладно, пойдем. Так. Ну вот, да, все правильно. Охрененно. Первый портал очень хороший. Я начинал с первого портала. Его проходил еще на PlayStation 3, у меня компьютера опять-таки не было, который тянул портал, да? На PlayStation 3 выходил первый портал, как Orange Box. Вот Electronic Arts его, по-моему, портировали тогда. Давай, ну, бодипорт, но я, главное, взял диск у друга и поиграл. Ужасно понравился. Вот, да. Поэтому я, собственно, и был рад второй части. Во сколько раз хуже? Ну ладно, я вот тут подумал. Если жизнь одаривает вас лимонами, не делайте лимонад. Заставьте жизнь забрать их обратно. Разозлитесь! Мне не нужны твои проклятые лимоны! Что мне с ними делать? Да, возьми лимоны. Требуйте встречи с менеджером, отвечающим за жизнь. Заставьте жизнь пожалеть о том дне, когда она решила одарить Кейва Джонсона лимонами. Вы знаете, кто я? Я тот, кто сожжет ваш дом. Я заставлю своих инженеров изобрести зажигательный лимон, чтобы спалить ваш дом дотла. Спали его дом дотла. Сжечь людей. Он выведет то, о чем мы все думаем. Вопрос вот в чем. Если мы можем записать на компакт-диск музыку, почему мы не можем записать на диск информацию о личности и разуме человека? В общем, я поручил инженерам разобраться с этим. Картирование головного мозга, искусственный интеллект. Нам нужно было заняться этим 30 лет назад. Вот что я скажу. И запишите это на пленку, чтобы все выучили. Если я умру до того, как вы сможете впихнуть меня в компьютер, я хочу, чтобы моим приемником стала Карлай. Она будет спорить, она начнет отказываться, она такая скромница. Но вы ее заставьте. Впихните ее в мой компьютер, черт возьми, меня не волнует как. Отлично, испытание закончено. Можете вернуться на место. До свидания, сэр. О. Совместную игру портальника я недавно проходил с другом, поэтому я не хочу заново морочиться. Вот. Я лучше вам покажу дополнение с PlayStation Move. Его мало кто видел, потому что на ПК... Это Six Sense, знаешь, такое дополнение? Кто не знает, там... Надо специальное устройство на компьютер, чтобы его поиграть. Вот. Поэтому... А на PlayStation 3 нужен лишь Move. Вот, оно у меня куплено. Так что... У вас будет случай, увидите. Кашки. Так, ну а тут у нас типа подъемного места. Более быстрого, некого такого. Звук ужасно отстает. Сори, я не планировал проходить кого вообще. Может быть, как-нибудь еще. Вот. Скайп есть, но... Сейчас я не хочу общаться по скайпу. А так есть. И что можно будет устроить?
Не смотрите. Смотрите на высоту, которую мы преодолели. Мы нехило преодолели. Нет, завтра нет. Ой. А как активировать? Как активировать чертов лифт? А его не надо активировать. Лол. Надо прилетать с обрыва. О. Моя мечта сбылась. Наверное, сейчас мы полетаем с обрыва. Так. По-моему. Точно не знаю. Было ужасно гениально. Я не помню, что надо делать. То ли дальше прыгать, то ли... Ой. Маленькая высота. Там поверхность рядом. Рядом поверхность. Вот тут что-то есть, не? Так, вот. Звук ужасно встает. В портале кооп есть отдельно, отдельные истории. То есть там, в первом портале нет, в первом портале нет. Насколько он хуже, я так и не ответил. Я бы не сказал, что там на уровне все концепт, понимаешь, там нет так такого нормального сюжета. Здесь. Ты все отличие. Там сюжет так себе. Там те же самые герои, но сюжет там так себе. Так. Я здесь не полечу. Блин. Вот так. Прошел немного иначе, но суть ясна. Прыгать, прыгать. Кстати, в первой части там есть хорошие места, но первая часть довольно простая. Она очень простая. Это не вторая. Вторая чуть-чуть посложнее. Я тебе советую, Зерк, поиграть в прелюдию. Портал прелюдия, она сложная. Это модификация от сторонних людей. Там как бы типа предыстории портала. Вот, рассказывается. До того, как включили Глэтос. Чтобы как раз, ну, играешь ты не за чела, играешь за подобную другую, которую убивают в конце, ой, простите за спойлер, но очень классная модификация на движке первого портала, то есть на старом сорсе. Знаю, ситуация выглядит безрадостной, но тот безумный тип был прав. Мы не будем брать лимоны. Мы поднимемся наверх и заставим его вернуть меня в мое тело. Скорее всего, он убьет нас, потому что он очень силен, а у меня нет плана. Ух ты. Не стану тебе врать, наши шансы миллион к одному. Это если округлить в нашу пользу. В любом случае, давай разозлимся. Если уж нам суждено взорваться, давай взорвемся с достоинством. Не, моды, да.
Что не так и сказал? Что я не так говорю? Здесь прыгаю сидеть, прыг скок. Я так понимаю, его надо мазать как раз таки сюда. Так, да. Теперь прыгаем. Уже отсюда. Так, теперь мне надо. Блин, мы на такую высоту сейчас поднимаемся, то есть мы выбрались из этих дурацких помещений, и мы уже поднимаемся просто вверх. Нереальные ощущения, нереальная атмосфера. Я не знаю почему, я обожаю портал атмосферы и вот всем вот этим. Всем вот этим. Я не помню, что там. Давайте знакомимся. Вот. Это не конец игры. Мы пока только выбираемся наверх. Из глубокого зада. Не, я просто уже проходил игру не раз. Поэтому я играю уже довольно уверенно. Вот. Не скажу, что я такой крутой в фортальнике. Вот. Если вас заинтересует, я могу постримить портал Прелюдиум. Очень интересная модификация. Вот. Но она сложная. Там реально мучиться надо. Так. Вроде правильно, думаю. Мне теперь надо распространить. Дорожкам. Отлично. Так, здесь прыжок. Здесь тоже надо прыжок сделать. Так. Ой, пардон. Так. Ой. Так. Должен запрыгнуть. Нет, не прыгает. Не хватает высоты. Да, что-то я тут набрал. Как ты меня нашел, залопоха? Просто интерес, научный интерес. Так, сейчас. Блин. Мне надо еще. Ты куда? Ну. Да сюда. Или может мне. Секунду. Есть идеи получше. Ой, да куда? Да. Здесь имбилом сделать? А здесь. Оп. Блин, он накрасил вообще. Ладно, сейчас. Исправим положение. Так. Оранжевый ель. И смотрите. Смотрите, эпик. Да блин. Что я только что придумал? Так. Работает? Че за смысле? А, ну как на меня нашел, я имею в виду. На Твиче.
Я мало кого спрашиваю, но... Там творится, лол. Там какая-то херня творится. Ну все, можно летать. Летим. Я думаю, мы готовы. Полета на Луну. Просто лазил. Здорово. Взял, нашел, просто лазил. И где мы? Блин. Народ, мы еще выше. Продвигаемся еще выше и выше. Во. Так это было вообще дуй. Сейчас еще я подумаю. Ну чё, мы почти выбрались из этого ада. Мы выбираемся из этого адища. Осталось совсем чуть-чуть. Такие огромные пространства, знаете, они меня пугают. Блин, задержка звука просто колоссальная, простите, народ, меня за такую задержку. Карта захвата что-то тупит. Так, мне надо кнопки найти. Где же их найти? Ну вот, народ, хотите, я пройду мув дополнительно. А, вот, понял. Оно здесь. Добраться до туда еще надо. Слышите, насколько задержка большая? Так, ну... Те же у нас... творится. Когда следующая трансляция? Чего именно? Если ты про портальник, то... пройду игру, и вот, если мув, может быть, еще и все. С порталом. Что особенно делать-то? Порталь-то. А, завтра. Завтра в 9 точно будет трансляция Mario Kart 8.
А больше я ничего не знаю пока. Пока вообще нет. Кстати, тут тупые блуждения. Тут ничем больше не надо делать-то. Блуждай себе, блуждай. Как я так понял. Дыру мне надо падать. Мне скорости-то хватит. Хватило. Да в чем парадокс? Лол. Ничего. Поехали. Люблю Марио. Оо. То есть ее? Вопрос актуальный. Трубы. Лифт. Лифт. Что? Везите нас на свет! Ура! Если сможешь отнести меня к нему, я замкну все цепи в голове этого маленького идиота. И если я не буду слушать, что говорю, со мной ничего случиться не должно. Наверное. Какие игры мне нравятся? Если ты по жанру, да? Платформеры люблю. Шутеры не люблю. Приключения всякие можно, да, там. Что-нибудь еще явно. Искусственный ограничитель стоит, чтобы я не мог пройти дальше. Несмотря на то, что здесь куча пространства. Ты его видишь, но ты пройти туда не можешь. Нереальное ощущение свободы. Half-Life тут при чем? Half-Life это Half-Life. Я его тоже люблю, но только первый. Вот и современные лифты. Ура. Half-Life 2 мне особо понравился, хотя у него более такой интересный сюжет. Просто не знаю, как-то вот. Угу, мы уже добираемся до нового комплекса. Ура! Глава 8, чесотка. Блин, DualShock очень удобно играть. Господи, вы же просто ящики с ногами! Это же ваше единственное предназначение — жать на кнопки! Ну как можно настолько не уметь то, ради чего ты появилась на свет? Лол. Теплее? Горячо? Горячо? Half-Life 2 шедевр, может ужасно быть... холодно, как в Арктике. Очень-очень холодно. Слушай, нажми наконец эту кнопку. О, как смешно, как смешно. Мы тут уже 12 часов торчим, а ты все еще не закончила. Не понимаю, чего тебе это так весело. У тебя один час. Реши задачу. О.
Шикарный спитомер у него. Блин, а как пройти-то? Я говорю лично, для меня первая часть лучше, но вторая не хуже. Это ж хорошо. Ёлки-моталки. Издеваетесь, что ли? Там дырка, ты где? Стараюсь искать, не найду. Я не могу дыру найти, что за бред? Да. Бывает хуже нарежь, когда очевидно не находишь, знаете, такое бывает. Не находишь очевидные вещи. А, нашел. Да, бывает. Окей. Ехали. Лучше парадокс. Ха-ха, да, я знал, что ты справишься. Дурак. О, привет. Так, приступаем к парадоксам. Это предложение ложно. Не думай об этом. О, истина. Выбираю истину, но это было несложно. Но, кажется, я раньше уже это слышал, так что в каком-то смысле это нечестно. Срочно начать эвакуацию. Я думал, что все исправил. Опасность. Температура реактора приближается к критической. Вот, почини. Ух ты, как здорово вас снова видеть, ребята. Оказывается, у нас тут недостаток испытуемых. Так что это очень кстати. Первый хайл самый норм. И вперед! Первый хайл самый норм, это Opposing Force. Вот Opposing Force я меньше всего играл. Что-то мне Opposing Force не особо понравился. Зато я прошел полностью BioShift, первый Half-Life не проходил. Ты не представляешь, как я чувствую себя в этом теле. Я должен проводить испытания все время, иначе все начнет чесаться. Это вроде как заложено в систему. Ой, но когда я провожу испытания, скажу тебе так, на свете нет ничего лучше. Это как... Зачем тестировать? Надо тестировать! Ты будешь проходить испытания, я буду смотреть. И все будет... Прекрасно. Опасность. Перегрев реактора. Взрыв неизбежен. Заткнись! Я сам... BioShift это Адона Тритан, зато он такой простенький, я его прошел. Смертельно невероятно опасный. На мой уровень. Прямо сейчас, но будет в итоге. Я над этим еще работаю. Пока работаю. О, да! Не дурно. О-хо-хо-хо-хо! Первый класс! О, это было здорово! А, есть идея. Так как делать новые испытания сложно, почему бы не ограничиться одним, а? А я буду смотреть, как ты будешь снова и снова. Да, так гораздо проще. Ладно, теперь давай по новой. И... Так, не могу винить себя за старание. Так, тесты, новые тесты. Должны же быть где-то еще какие-то тесты. Ха! Вот! Третий портал ведь тогда же, когда стал Кирдак, Half-Life 3, Warcraft 4. Не, кстати, насчет Warcraft 4 там вроде что-то говорят. Warcraft 4 слухи идут. Я надеюсь, что это правда. Я очень хочу Warcraft 4. Какие-то слухи есть. Да хватит, да, преувеличивать, Дерек. Вот. Сталкер 2 вряд ли будет. Будет нетрудно прожить столько, сколько нужно, чтобы найти его.
Ну почему не будет? Я хочу Warcraft 4, ну. Все хорошо, все как надо, только вау, что изобрел еще пару-тройку тестов. Какая же красивая комната. Не совсем, не совсем. Посмотри на слово тест на стене. Оно свеженькое. Слово тест на стене, о. Обожаю этого парня. Ты самый лучший почта, да почему? Не надо мне так хвалить. Просто так. Так, я что-то не... Там кнопку, по-моему. Или что-то я бараню? Ну да. А, вот все. Нет, не все. И все. Так, и давайте. Я хорошо снимаю. Это не я. Отличная работа. Вы обе снимаю. Вы идите пока, я вас догоню. О, Хавкин. Привет. Что за парень с ними, да? Честно говоря, их нет. Поговорим потом. Что за парень с ними? Угадай. Угадай, давай. Сделал сам из кусочков тестов, что сумел найти. Свалил все в кучу. Кнопки, воронки, бездонные дыры. В нем есть все. Бомба, а не тест. Кто? Как не ты? Что не ты? Азаза. Так, значит, что мы делаем? Блин, я уж не помню. Да. А, ну конечно. Я вспомнил. Тебе ФНАФ нравится. ФНАФ. Так, это слишком затянулось. Я просто скажу тебе. Лоу. Как пройти это испытание? Вы гений. Тебе надо просто на... Поэтому я не могу помочь тебе пройти эти испытания. Неважно. Неважно. Решай сама. Ты сама по себе. Где кнопка? Ой, где кнопка? Этот кубик. Где? Потерял я кубик. А, все. Не так давно уже проходил. Добавлю. Подождите, народ. О, да, не дурно. Спасибо. Что? О, нет, сюда, там это... Я знаю, у нас большие проблемы, и, наверное, мы вот-вот погибнем, но оно того стоило. Гараж продал. Я рад за тебя. Какая дота, блин.
Тут в пятницу будем играть. Пятницу. Если хотите, да, в Доту, то пятницу приходите. Я иду, иду, не начинай пока. Ты не поверишь, что я нашел. Там целое запертое крыло, сотни отличных испытательных камер. Ничьих, вот ходи и бери, только скелет внутри. Но я их вытряхнул, теперь они как новые. Пятница, пятница. Ну, просто как сувениры. И поехали. Скажи честно, ты ведь даже не заметил разницы, никакого перехода? Нет, то-то... Она такая... Я давно в нее не играл. Подписчики хотят. А, значит, будем играть. Иногда нормально, да, играть, вспомнить. Здесь должно надо это нажать переключатель. Это не помню, где он так. А. В колпе можно нажать кнопочку вниз и ты попорхаешь. Порхать начнешь. Не любишь Доту? Я сам не особо. Господи, хватит уже, а? Передаем привет. Пишите в чатик, наверное, так будет интереснее. Вот. В чатике ведь веселее. А тут как реклама. И... Самое тупое, чат, Steam никак не выключишь. Steam не выключишь, реклама сыпется. Так, ладно. Так. Как я в Steam записан? Silver Sword 95. Там все в описании есть. Я сейчас вспомню, что к чему. А, ну да. Меня тут сбивают одноклассники с толку, вообще не думал, что они тут за это спалят всю контору. Голос времени, с тобой-то? Ты меня смущаешь. Я забыл уже. Ее никто не любит, да, за нее не играет. Дота, она коварная. Сейчас вот как сделаем. Ой, да куда ты? Ага. Добавлю. Не переживай. Скоро марафончик, народ, подписываемся, будем 12 часов сидеть задротить. Ваши любимые игры. А теперь мне надо пройти, да. Забываю я. Я понял, что это ты. Забываю этот аспектик. То... Я вспомню. Забыл уже все на свете. Можно вот так попробовать.
Так, а пока он там вертится. О, все. Вспомнил. Как-то проходи, сейчас их добавлю. Вот и уже почти. О, я разочарован. О, нет. Все началось быстрее, чем я ожидала. Уверена, все будет хорошо. Так, господи, сколько у вас? Сейчас я гляну, тут какой-то фейк у меня еще прилепился. Так, фейк я уберу, это все приму. Да блин, Антон, я уже все забыл. Продолжай испытание, пока я ищу выход. Яснее там. Ну да, я все забыл. Вообще рад перепроходить портальник. Последний тест разочаровал меня. Похоже, вежливость тебя не мотивирует. Тогда попробуем ее метод. Толстуха. Удочеренная толстушка. Толстая, толстая, без родителей. Тихо. Что? А что ты против удочерения? Что я имею против удочерения? Ну, нет, родители. Я понял. Ну, у меня память вроде не такая отбитая, да? Я еще помню всех. Я не дурак! Просто выполняй тест, просто выполняй тест. Мне проникнуться сюжетом не дает. Я знаю, что ты звал попа. Бедная турелька. Как же так? Вон она. Вон она, вон она. Турелька. Ой. Так, мне надо... как кубик. Ладно. Всем привет, от всех привет. Все. Мне так нравится этот ногастый кубик, он такой милый. Убежит ненароком. Смотрит так. Так. Понял. Нет. Если это я такой дурак, то почему ты не можешь пройти такое простое испытание? Смайлики, кстати, не отобразились на PlayStation 3, да, видели? А на этом отобразились. Странно как-то. Ой, извини, извини. Надеюсь, я не мешаю. Это были книги. Перелистывал страницы. Этим я и занимался. Читал книги. Так что, дурак. Только что закончил последнюю, самую сложную, Макиавелли. Правда, не понял, чем она такая особенная. Я ее отлично понял. Ты че? Да, сомневаюсь. Ну, назад к тесту. Хотелось бы, чтобы книг было больше, но их нет. Классика. Классика. Ой, куда это я? О, только не это. А, нет, все просто.
Да, теперь мне надо кнопку, как минимум. А, нет, кнопка ничего не даст. А, все. Ну, какой простой. Че вообще тесты такие простые пошли? Там все по сюжету, конечно, так задано. А, что это было? Ничего, ничего! Теле, которое он занял в моем теле, встроена эйфорическая реакция на тестирование. Со временем можно развить к ней сопротивляемость, но она может быть немного невыносимой. Для меня это значение не имело, потому что я занималась этим ради науки, но вот он... А, нет. Когда выйдет Portal 3? Пиши в чатик Стима. Ой, скайп этого, Твича. Не надо мне тут лишних скайп Стима в геморрое. Не люблю отвечать в Стиме во время стрима, это глупо. Не обращай внимания, просто передвигаю тестовую камеру поближе к себе. Если буду ближе к центру событий, результаты должны быть сильнее. Что это было? О, извини, мне показалось, ты что-то сказал. О, господи, благослови мозг этого примата. Меня нет в этой комнате. Технология. Это сложно понять. Нельзя ударить мой божественный лик. Интересно, а комнату тащит или... Видишь, когда пишешь... Вижу, когда пишу. Не, зачем так? Не все ли равно? Портал 3 никогда не выйдет, наверное. Как бы это ни было печально. Пойдет. Надо пойти турелью. Я, по-моему, только один раз умирал за прохождение. В этот раз. Конечно же. Так, кубик я взял. Теперь давайте его поставим. Я забыл. Неудобно, я же говорю. И банально неудобно отвечать. Ой, кубик, стой! Блин. Как я жить теперь буду без кубика-то? Не помню, что тут делать. По-моему, как-то надо вот те турели истребить или что-то с ними сделать. Не помню. Ой, а! Черт! Блин, я подох. Грустный печальный. Просто в стриме ты популярен, вау. Если он не ощутит эйфорию от решенной головоломки, у нас будут неприятности. Не обращай внимания, просто передвигаю тестовую камеру поближе к себе. Если буду ближе к центру событий, результаты должны быть сильнее. Не получится. Что это было? Ничего. О, извини, мне показалось, ты что-то сказал. Он ведет нас прямо к себе, то, что надо. Уба. Thank you.
А, вспомнил. Чего же примитивная комната? Да ёма! Кто? Кто такой Иван? Ивангай. Да. Блин, я влип. Называется я влип. Наверное. Ну да. Блин. Чуть-чуть неправильно сделал, все. Вся комната полетела. Она примитивная, просто все забывается. Если он не ощутит эйфорию от решенной головоломки, у нас будут неприятности. Не обращай внимания, просто передвигаю тестовую камеру поближе к себе. Если буду ближе к центру событий, результаты должны быть сильнее. Не получится. Что это было? О, извини, мне показалось, что ты что-то сказал. Так я снимаю стрим. Через карту захвата, очевидно. Захват. Как еще? А, вот. Блин. Я реально тупый бал, да? Я забыл, что тут есть стеночки. Они же не просто так даны. Сейчас огражу стеночками. Ой. Что не так? Что не так? Карта захвата. Такая хреновина, которая позволяет снимать. Брать видео с чего угодно. Уверена, что правильно их проходишь. Да, ты его прошла, но мне кажется, что есть множество решений, и ты все время выбираешь худшие. Нет, нет, это и было решение. А, что я не так делаю? Воу. Ну, хорошо, что я все прохожу ботаник. Радуюсь. Что вновь? Его прохожу. Надо попить водичку. Думаю, он отчаивается. Это нехорошо. У меня идея. Я буду записывать, как ты их проходишь, а потом посмотрю сразу 10 записей. Получится более концентрированный научный продукт. Да, кстати, для этого нужно проходить их в 10 раз быстрее. В любом случае, дай мне отмашку перед тем, как найдешь решение, хорошо? Не хочу испортить себе финал при просмотре. Я не буду отвечать на вопросы, если они будут написаны со Steam. О. Я отвечаю на чатик. На Steam я не отвечаю, вот так. А, ну это я тоже помню. Вспомнил ее. Мерзко тоже. Не то, что мерзко, она такая. Я уже не помню, что мне делать.
Какой еще голосовой чат? Не надо мне твоих голосовых чатов. О, догадался. Эй-ка, где она? Окей, я закончил школу. Угу. Как поднять вот ту? Там, по-моему... А, там еще один куб. Я не знаю, почему так плохо. Нормально вроде. Куда? Чтобы взять второй куб, мне надо вот это что сделать. Так. Эту штуковину, по-моему, надо отключить. Или вот так? Не, так тоже не пойду. Не помню, как брать. Вообще не помню. Нет, спасибо. Не хочу. Да, все. Эта штука меня опять засосет. Секунду. Нифига она меня не засосет. Дошло до меня. Да. Баран я, тот еще. Да, 6 подписчиков и будет мега стрим. Подписывайтесь. Все, кому не лень. Лазер вывел, да? Я знаю, что подписан. Все, нашел. Нашел я все. Теперь можно заканчивать. Одного не по... А. Так.
Во-первых. Лол. Возобновим. Привет, да, СП, привет. Zero, ставь на zero. Ты нашла решение, да? Я же просил тебя предупредить. Ты о чем? Ну почему ты так все усложняешь? По Майнкрафт. Помнишь, я говорила, что он был специально спроектирован? Не хочу я в Майнкрафт играть. Лол. А, я знаю, что Аватарус хорошо играл. У него шикарный этот. Замок Хайрула вознесем. В общем, жалко, Аватарус не посещает меня только по причине того, что я стрим слишком высоком битрейте. Вот, я не знаю, что с битрейтом делать. Премиума-то у меня нет. Вот. Не самоуничтожиться, я уже все исправил. Запрограммировал напоследок одну встрясочку. Две. Одну или две встряски, так, для развлечения. Опасность. Перегрев реактора. Взрыв. Я не стал увольнять его, я не монстр. Но не обращай внимания на его слова, проходи тест. Не обращай внимания, все нормально. Мы завтра в Марио Карт поиграем. Наконец. Что-то эту часть игры я прохожу дольше, чем вообще первые 7 глав. Я не в настроении, или еще что? Хай, Джокерс, Джокерс. Сейчас я... Ууу. Это задница. Помню, как это проходить. А, конечно. Так, теперь надо что-то сделать тут. Вот. Би, не помню что. А, нет. Если только вот. Вот так. Прошли. Музон работает. Из игры. А стрим нам... Вообще на музыку на стримке я не люблю. Так-то вот так вот. Привык вообще. Не знаю почему. Ой. Тут на месте. Хорошо. Че, опять то же самое? Давайте. Блин, не сдохнуть. Идиот. А где кнопка? У тебя какие приставки? PlayStation 3 Wii U. Что еще там? А, ну, Vita, PSP, из портативных.
ПКшка. Много ПКшек, но это же не приставки. Вот. Вообще все написано в описании, да, читать надо просто. Почитать. А где тут кнопка? Народ, где тут кнопка? Тут вот на этот лазер надо. Блин, я балда. Главный концерт ПК. Тоже view. Круто. Добавляйся. Да поиграем. Так, блин, я идиот. Я неправильно все сделал. Опять занят. Господи, что же это такое? Занятой. Бедный СП. Yes. Нет, виновато. Так сойдет. Почему я так долго здесь думаю, я даже не знаю. DLC? А, да, точно, СП. Покупай DLC. Балда. В стране кот не связывается. Странно. Да, СП, давай покупай. Ты покупай сразу пак из двух. Блин, а как тут? А, вот лазер. Надо переставить лазер. Все. Дошло, да, долго что-то я играю. А, ну, кстати говоря, долго. Не знаю, почему так. Здесь очевидно. Давайте сделаем вот вот так. Ау. Ау. Так, а теперь поставим кубик вот так, чтобы потом я мог без проблем. Ставить этот куб. В DLC классный трасс. А, извини за лифт, он временно не работает, расслабился. Могу пока... 3DS у меня нету. Слева там, DS нету. Не знаю почему, но что-то очень нужное. Справа там что-то большое летит прямо на тебя. О нет! Этого там не должно быть! У тебя все в порядке! Сейчас я выключу луч! Стоп, 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 стоп! Ой, не помогает, не знаю, мне почему-то казалось, что поможет! Ой, стрим с Платон, зерк, я сам хочу. Когда мы его победим, можно я убью его? Я сам очень хочу поиграть. С Платон. Так, собственно, уже скоро конец игры. Ну, я рад за тебя. Что у тебя есть, DS или 3DS? У тебя... Вот. Я DS брать не хочу, просто потому что я боюсь... Я чего не хочу? Почему я не беру 3DS сейчас вообще? Мне вид хватает, она пылится у меня. Мне 3DS просто не нужна. Я... Не играю в дороге. Обидно. Ты жива? Здорово. Готовлю испытание для тебя, естественно. Для кого еще готовить? Не для кого.
Так, посмотрим. Выход, выход, выход. Нет выхода. Не проблема. Я сделаю выход для твоего теста. Ох, вау. Вот, дзынь. Чудесно. Вперед. Да, Вита бесполезная после того, вещь. Как ты сказала мне выключить луч, я думал, что... Ну, как бы на ней нету игр, да? Я... Они по-прежнему мертвы. Так или... Вита пылится, 3DS тоже будет пылиться. Несмотря на то, что игр много, я играть не буду. Мне есть во что играть на Вите, понимаете? СП, понимаешь? Есть у меня во что играть. Просто банально мне... То ли не хочется, то ли еще что. Вот я с удовольствием хочу пройти до конца, наконец, Тервей, просто вот никак у меня руки не доходят до него. Мне не доходят руки. Не люблю я в дороге играть. Это все. Не люблю. Так. Стоп, а как тут? А, блин, а правда. А, все, понял. Блин. Интересная комната. Весело. А, нужен куб, скорее всего. А куб здесь. Да, можешь добавить 3DS, но толку мало, потому что там друзья по-другому устроены. Так что... Вот. Пишем в чатик, не стесняемся. ДДС, так, сейчас мне тут. А, все. А, вот же куб-то. А, на 3DS пройдено более 10 игр полностью, ни одну в дороге не играл, на портативной до кресла. Ну, я и не хочу играть, и... Мне особо-то и не хватает времени, и на игру дома даже. Я сейчас игру пилю, вот на стримы вырываюсь с вами, болтаю. А все. И понимаешь, я вне стримов почти никогда не играю. У меня есть игры, которые я хочу поиграть вне стримов, просто не могу найти на это время. Очень хочу, например, пройти Игру Престолов. Она у меня купленная, я не могу никак начать даже в них поиграть. Сори за тупизм, я тут просто общаюсь, не могу сконцентрироваться. Вот. А, все. Тут, по-моему, вот так надо делать. А потом разносить гель, да. Для начала-то мне куб надо взять. Это чертов куб, как его взять, я уже не помню. А 4DS не будет, есть New 3DS. Тоже крутая штука. Между прочим. И да, СП, какие 10 игр я прошел, где? Если нажму на кнопку чуп. Блин, только желтый гей. Сори, туплю. Сори вообще. Блин. Блин, не тот портал.
Да. Что-то я здесь реально как-то того. Того. Давай, кубик. Отлично. Ради подписчиков играю. Ну, вот знаешь, и то, и другое. Я хотел давно просто переиграть в портал, потому что игра культовая, но мне очень нравится. Вот. Ну и подписчиков порадовать, может быть, тоже захотят вспомнить. Для этого я рубрику-то внедрил. Не просто ж так, правильно? Так, теперь давайте гиль раскладывать. Самая прикольная вещь на свете. Так. Бомбочка! Прикольно вообще. Ну все, давайте же. Только мне надо куб переместить. Отсюда. Сюда. Потому что там важная вещь. Ой. Куда? Нет, стой. Давайте, поехали уже. Ой. Пардон. Ох, лол. Это был фейл. Фейл века. Ладно, давайте еще раз. Дубль 2. Да я не помню, что тут еще делать, наверное. Блин. Блин, не помню, что тут делать. По-моему, как-то надо вот те турели истребить или что-то с ними сделать. Не помню. Ой. А! Черт. Блин. Я подох. Грустный печально. Просто в стриме ты популярен, вау. Не обращай внимания, просто передвигаю тестовую камеру поближе к себе. Если буду ближе к центру событий, результаты должны быть сильнее. Не получится. Что это было? Ничего. О, извини, мне показалось, ты что-то сказал. Нас прямо к себе. То, что надо. Уба. А, вспомнил. Чего же примитивная комната? Да ёма! Кто? Кто такой Иван? Ивангай. Так. Блин, я влип. Называется я влип. Наверное. Ну да. Блин, чуть-чуть неправильно сделал, все. Вся комната полетела. Она примитивная, просто все забывается. Если он не ощутит эйфорию от решенной головоломки, у нас будут неприятности. Не обращай внимания, просто передвигаю тестовую камеру поближе к себе. Если буду ближе к центру событий, результаты должны быть сильнее. Не получится. Что это было? Ничего. О, извини, мне показалось, что ты что-то сказал. Как я снимаю стрим? Через карту захвата, очевидно.
захват. Как еще? А, вот. Блин. Я реально тупой бал, да? Я забыл, что тут есть стеночки. Они же не просто так даны. Сейчас огражу стеночками. Ой. Что не так? Что не так? Карта захвата. Такая хреновина, которая позволяет снимать. Брать видео с чего угодно. Уверена, что правильно их проходишь. Да, ты его прошла, но мне кажется, что есть множество решений, и ты все время выбираешь худшие. Нет, нет, это и было решение. А что я не так делаю? Воу. Ну, хорошо, что я все прохожу портальник. Радуйся. Что вновь? Его прохожу. Надо попить водичку. Думаю, он отчаивается. Это нехорошо. У меня идея. Я буду записывать, как ты их проходишь, а потом посмотрю сразу 10 записей. Получится более концентрированный научный продукт. Да, кстати, для этого нужно проходить их в 10 раз быстрее. В любом случае, дай мне отмашку перед тем, как найдешь решение, хорошо? Не хочу испортить себе финал при просмотре. Я не буду отвечать на вопросы, если они будут написаны со Steam. О. Я отвечаю на чатик. На Steam я не отвечаю, вот так. А, ну это я тоже помню. Вспомнил.